об обеспечении безопасности во время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Приглашаем вас всех на избирательные участки. Работа на избирательных участках будет организована в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. И комиссии, и избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, будут применяться антисептические коврики, будет замеряться температура на избирательных участках. Избирательным комиссиям при выходе на дом будут выдаваться одноразовые халаты, будут экраны, то есть будут соблюдены все меры защиты, которые только возможно применить. Но для того, чтобы обезопасить наши комиссии и вас, уважаемые жители, от опасности заражения коронавирусной инфекцией.